32-й президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт. 30 января 1942 года ему исполнилось 60 лет. Единственный американский лидер, который четырежды избирался на пост президента. Поднял экономику Америки после глубочайшего кризиса. Автор нового курса, создавшего сбалансированное гражданское общество. С первых дней Второй мировой войны Рузвельт выступил против диктаторских режимов. Инициатор помощи странам антигитлеровской коалиции методом ленд-лиза. Американский президент Франклин Делано Рузвельт тщательно работал над своим имиджем. В августе 1921 года, во время семейного круиза на яхте, Рузвельт подхватил полиомиелит. Слабый человек отошел бы от политической жизни. Депрессия 30-х годов истощила Америку. Число безработных составило почти 15 миллионов человек. Результатом этого стали невыносимые тяготы жизни и волнения. В 1932 году Рузвельт победил на выборах. Его тщательно срежиссированная предвыборная кампания и его политика нового курса создавали образ заботливого президента, способного вытащить нацию из трясины депрессии. Величайший вклад в распространение его образа внесло радио. Его беседы у камина стали знамениты и передавались на всю страну. Рузвельт проложил путь пиара, по которому шли все будущие президенты. «Мы не можем позволить тебе распасться. Сама ситуация в мире есть призыв к нам быть вместе». Физически ослабленный полимиелитом, Рузвельт выдерживал громадные нагрузки, особенно после Пёрл-Харбора. Черчилль считал политику Рузвельта по отношению к Советскому Союзу наивной. В любом случае, Франклин Рузвельт был уважаемым и достойным лидером своей великой страны.